два, чтобы туда попасть, предприняли попытку атаки. Не с проколом. Дима Сотников, мы понимали, что сегодня он едет в хвост, и он будет быстрее нас. Между деревьев, с буграми, ямами, холмами, 2-3 знака сложность. Дальше переходит уже в броды, где, видимо, пление луж. В целом, очень доволен спецучкилометров до финиша. Как раз-таки в грязи, немножко переборщил со скоростью. В первом ограничении скорости, где-то километр 85, увидели за нами джип, Васильев нас накатил, и заехали уже, в принципе, практически до финиша. Да, пыль немножко, да, чуть-чуть еще сбавили, чтобы в пыли не ехать. Вот, и в конце сборников перестал работать именно мой, который передо мной, то есть кончилась форсунка, которая подает воду, и пришлось там местами, конечно же, там на ощупь ехать. Последние километров 10-15, наверное, ехали уже прямо... Гонку можно сравнить с тем, что здесь, как правило, больше выигрываются участки на длинных участках. А здесь вот именно малейшая ошибка, и ты откатываешь сразу назад уже. В плане мастерства пилотирования, в плане штурманской работы, экипаж. В принципе, все хорошо. В принципе, проблем никаких не было. С машиной тоже все хорошо. Для нас была главная задача – это не увидеть впереди двух стоящих КАМАЗов. С чем ребята справились, поэтому, я думаю, все хорошо. Недели по физическим нагрузкам, потому что спецучастки короткие, нужно было выкладываться с первых километров, вот, уже больше такая полуспринтерская гонка, и одна серьезная какая-нибудь ошибка, конечно. Все те проблемы, которые могли быть, прошли стороной, тебе повезло. Никакие разрывы минимальные, это говорит о том, что все были заряжены борьбой и боролись до самого финиша. И очень трудно конкурировать с каждой гонкой. Приходится искать какие-то резервы, какие-то приемы.